Всем привет, ребята, с вами снова Жираф, сегодня играем в Doors Hardcore. И я вам покажу все вещи секретные, которые есть только в Hardcore. Вот я уже нашел первую, но она уже была в первой части. Что же за первая часть такая? Я думаю, вы уже смотрели первую часть, это у нас вторая. Ну что, уж смотрите, ребята, 4 вещи в одной комнате. Ничего себе, и она секретная, да? Аллилуйя. Ну, скорее всего, это будет не просто вторая часть, а именно я вам покажу все прям вещи. Я думаю, я не знаю, в чем смысл был второй. Я, в принципе, все нашел. Первый даже. Ну, что ж, вот первый у нас вещь я вам показываю. Это бомбочка, она взрывает всех NPC и мобов в Doors Hardcore. Третья дверка. Четвертая нам нужна. И если сейчас Джефф появится, я его попробую взорвать. Но не глаза, потому что это скучно. Так, мне нужна пятая. Да вы издеваетесь. Свечка не горит, потому что глаза. А чё глаза остались? А, ребят, они иногда остаются-то. Точно. Я забыл. Вторая? Точно. Вторая аллилуйя, бомбочка наша. Так, где псыкает? Где псыкает? Чуть не укусил. Гад. Так, вот это я уже брать не буду. Мне и так не хватает. Витаминка. Мы так все обычные вещи соберем. Постер, отлично. Так. Все, забрали. Восьмая. Нам нужна восьмая. Та. У нас та. Так. Ничего не видно. Куда идти? А, это УТВ. А, нет, что-то не УТВ. Что-то не УТВ. Так. Все понял, куда идти надо. И еще одна витаминка, вообще отлично. Две витаминки в одной комнатке. Нет, ну это... Это совпадение просто, потому что это же хардкор тут. Все. Так, рашек. Так. Может не подзорвать, но у меня хотя не получится ничего. Что, что тут? Так, еще золото. Не, ну отлично, прям царапина была. Включаем эту. Так, ну туда я точно не пойду. Потому что я слышу, что даже тут. Так. Вот бы Джеффа, я хочу показать вам, как я его подрываю. Так, это точно, да, квадратное, все. Ой. Блин, сейчас не успею. О, это без звука, кстати, был. Это банан, ребятки. Это банан, ребят. Банан Тамп зовут его. Да, а чё ничего не видно-то? Где? О, зелечко. И вот еще одна вещь у нас. Ну, я его убиваю, но не забудьте, это вторая, которую мы нашли. Секретная вещь. Я имею в виду. Так, ну, конечно же, тут. Потому что больше негде. Точно, банан не наступил. Что тут? А, все правильно. А!
На, получай. Мы амбуши взорвали. Ребят, мы амбуши взорвали. Аллилуйя, бомбочка вот это взорвали, амбуши. Молодцы, ребята. Мы взорвали амбуши. Все, победили амбуши. Отлично. Кстати, Сика, единственного Сика не взял бомбочку убить, я забыл это сказать. Так, глаза, понятно. Почему же, почему бы и нет, почему бы и не глаза, потому что это же хардкор, как я второй раз говорю. Ай, да что ж такое-то? Чего же вы за люди-то такие? Больно же. Да вы чего? Чё, издеваетесь так темно? То есть, кто? Уйди. Где глаза? А-а-а, так хитро так. Крысы! О, вот она опять. Ай, все выбиваю. Тут капец, как неудобно. Да, все, вот теперь можно. А, Джефф Киллер, на! Мне не жить. Не, мне не жить, ребят, я просто троих сразу взорвал. Я и глаза взорвал, и Джеффа взорвал, и себя взорвал. Go to sleep. Да, ребят, ну что ж, нам осталось еще одну баночку найти. И, ну все, наверное, и все. Только баночка осталась. Ну давай, давай, давай. Грузись. Так, начинаем с нулевой двери, как всегда. Эх, ну почему ж так? О, ребят, так вот она, баночка-то, все, мы все собрали, секретные вещи. Вот она, вот эта баночка. Вы думаете, мы уже большую брали, но вот эта маленькая, и она отдельно, то есть она считается. Давайте ее выпьем, и вы увидите эффект. Эффект. Так, сейчас что-нибудь увидите. Еще одна? Смотрите, еще выпиваем. Так, горит свечка. Кстати, свечка. Ну, свечка это обычная, конечно же. Все, сейчас просто. Все. О, видите, как помогает? Мы добили себя. Мы добили себя. Меня убил Грит. Ну что ж, ребят, на этом у нас все. Но я еще хочу сказать одно дополнительное. В игре еще есть, не вещи, как сказать, в библиотеке у нас добавили новые фигурки для кода, что делает наш код длиннее на 5 цифр. А то уже не 5, а еще плюс 5, получается 10 нам надо вводить. Вот так вот. Ну а на этом у меня все. Всем пока.